Сегодня в утренние часы на проспекте Красноярский рабочий произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 50-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, двигаясь по транспортному проезду, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате происшествия 8-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована. Уважаемые родители! Продолжаются летние каникулы, поэтому настоятельно рекомендуем провести дополнительный инструктаж о дорожной безопасности со своими детьми. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны во время движения в местах возможного появления детей.